Уголовный кодекс России пополнился новыми статьями. Смотрите, Матвей врубил машину времени. Ответственность уголовная наступает только в ряде случаев, при соблюдении ряда условий. Если человек, допустим, распространяет публичную информацию, под публичностью понимается случай, если распространяется информация для неограниченного круга лиц, либо где-нибудь в кругу, где два и более человека. Вот в этом случае будет присутствовать признак публичности. Вы что, не верите, что ли? Романов, вы спрашиваете, что хотите, я вам все расскажу. Вы хотите это, про доллар, про МММ, про коронавирус могу рассказать. Да что ж такое, а? Я здесь не про Матвей. Врубил машину времени.